Сьогодні православні християни відзначають Преображення Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус взяв трьох своїх найближчих учнів – Петра, Якова та Іоанна, і разом із ними піднявся на гору Фавор. Під час молитви Спаситель преобразився. В это время явился громогласный голос небес, который возвестил о том, что это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его нужно слушать. Господь преобразился для чего? Для того, чтобы вот именно стать и засвидетельствовать нам истину Божества Своего, которую Он явил для мира.